35 глава из книги пророка Исаии. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где не покоится, будет место для тростника и камыша, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные». И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся».